Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Pro Games. И мы с вами продолжаем. И у нас начинается операция Кобра. 7 недель со дня высадки. Надо прорваться из Нормандии, и мы идем вглубь на захват Мариньи. Так мы получим контроль над дорогами и пройдем по Франции до Парижа. Освобождение близко. Начать операцию. Мы с ребятами справляемся, я бы сказал, прекрасно. Пирсон так не считает, но он вечно недоволен. Может быть, к Рождеству я уже буду дома, с парочкой медалек на груди. Но сначала надо взять Мариньи. Шмелинг против Ламоты. Шмелинг послал бы Ламоту в нокаут. Ну не, Шмелинг нацист, я бы его пристрелил. Его сделали кумиром, у него не было выбора. У всех есть выбор. А Ницше говорил, что есть только сильные и хватит, слабые. Умник, ладно. Льюис и Шугар Рэй Робинсон. Если Льюис такой, как в 38-м, то Робинсон, конечно. Да. Смотри, как кто вернулся. Думал, ты еще не скоро. Услышав, что крутые сукины сыны собрались брать Мариньи? Все идет по плану. К Рождеству будем дома. Не стой столбом, покажи. Ладно. Неплохо, а? Видал и похуже. Рад, что ты снова в строю. Рад вернуться, сэр. Ладно, парни. Есть уникальная возможность. Это наш шанс вырваться с плацдарма. Будет непросто. За всеми кустами сидят фрицы и в районе видели их бронетехнику. Но если возьмем и удержим Мариньи, все дороги наши. И раз Сусман получил ножом в живот, и вот он как новенький, я могу на нас поставить. Всегда ставь на победителя. Для Тернера защищать нас – дело чести. Пойдем! Только война все время этому мешала. Операция «Кобра». Ну, пойдемте. Так, первый взвод, выдвигаемся. Пошли! О, тяжелая техника, танки. А дадут покататься или просто прокатиться, да? Эй! Вроде такие раны заживают по 8 недель. Я готов, сержант. Честное слово. А, честное слово. Оно же ничего не стоит. Значит, ты готов? Прямо как новенький, сэр. У тебя кишка не тонка. Просто не показывай ее всем. Танки, поехали! Хватайтесь крепче! Будет трясти! Все как обычно. Пирсону ты нравишься. Как льву сырое мясо. Пошли, пошли! Поехали! А ты неплохо держишься. Ха, а ты сам как? Не мог пропустить все веселье. Эй, Пирсон запрещает веселье. Знаете, почему вас гнобит? Кашери! Потерял там лучших друзей. Он там получил 15-ю статью и понижение. Он уперся рогом, все его люди погибли. Это был кошмар. Резня. Нацисты озверели. Мы выжили только потому, что они не перекрыли западный вход. Из-за этого засранца мы чуть все не потеряли. Тернер этого не забыл. Рапорт на него подал именно он. Но Пирсон думает, что если сделает из вас вояк, смоет пятно. Только смываем мы. Да, ты все понял. Поэтому он все не уймется. Даже на убийство пойдет. За что бы я убил? За жрачку. Ты только что ужинал. Говно на палке, а не ужин. Эй! Как насчет шашлыка? На что они надеялись? В открытом гробу не похоронить. Эй, это же чей-то сын! Не, это Фриц! Да, Дэниелс прав. Не все они гады. Они дали нам Кеплера, Моцарта... Хорошо, студент. Марлен Дитрих. Вот это уже лучше. И не забудь об их изобретениях. Печатный пресс, микроскоп, сосиски. Вы меня убиваете. Вы это слышите? Летит сюда! Воздух! Берегись! Блин!
Альберта! Метка. Как метка бьют, а? Бегаем отсюда. Живо! Надо защитить наши шерманы. Вдалеке стреляют зенитки. Мы должны захватить одну из них и сбить штуки. Окей. Приказ принят. Затмите пулеметы. Два отряда окружите их слева и справа. Давай, давай, давай. Тихо, с прицела уйдите. Быстрее! Дави! Граната. Дымовая в воздухе! Бросаю гранату! Рана пошла. Дымовая. И попробую прорашиться. Птичку, птичку, стрель. Свои, свои, свои. Да, птицы намылились. Ловите гранату. Швыряю гранату! Еще один. Убегает. Блин, сколько их там стало, а? Сейчас со мной никто не собирается рашить, да? Все делать самому. Блин, боятся. А, животина. Кто намылился? Вот ты, блин. Как это его не ударил, да? Ну-ка, дай-ка подружить и птичку. А птички у кого-то, да? Могу, могу, а наверху. Ох, вы, блин. Кидаю гранату! На птичку. Там наша залит. Так, ну, наверное, надо. Так, ну, что это? Иду на второй этаж! Убивайте его. Так, взять пулемет надо. Идем в поля! Надо догнать наши танки! Так, о, сколько их там, а? Сильно зашкирился, да? Берет пулемет, выкуриваем их. Раз, прикрылся. Вперед! Идите! А, вот враж. Так, пол птички. В бою, да? Сзади-то прикройте, кто там бьет сзади? Давайте, они уже бегут! Сами вы! Бегите, бегите. Отстрелялся. Трошки. А, птичка убежала, да? А, убежали куда, а? Будем догонять, будем убивать. Вперед, вперед, вперед. Штуки сносят наши танки! Танкам нужна наша бомба! Мы возьмем зенитку за этими деревьями! Здесь
сувенира, там, типа, очки, там, надо собрать, там, 3 сувенира, документы. Можно показаться. Вот эта зенитка! Сейчас мы уберем краудов и поможем нашим танкам! Зенитка, да, чувствую, иди с прицелом. Печки нету. Да у них с прицела очень нет хрен стоит сбоку. Какого птички? Садись за зенитку и уничтожь эти штуки. Все, да. О, поставляем, да, зениточки. Бомбардировщики сносят танки. Надо их сбить. Вот они. Так, начал. Самолеты. Упс. Окей. На два. Цель уничтожена. На бомбиже. Попал. Это еще не все, да? Парень по радио явно взбешен. Крауты не понимают, в чем дело. Еще враги. Филиппа. Цель уничтожена. Попал. Они все поняли. Духи атакуют нашу полицию. О, по мне стреляют. Цель уничтожена. Заходит на меня. На 11 сверху. Залетишь. Филиппа. Далеко. Слишком много. Не расслабляйся. Скупить, да? Отлично, Дэнни! Да. От души пострелял. Ну, от души позбивал. Эй, Перес! Ты как? Они убили моего приятеля Милза, но мы их здорово помяли. Дайте покататься. Враги впереди, окопались с паками. Надо их выбить. Хорошо, Пирсон. Бери боевую группу и займите позицию для прикрытия. Когда вы подавите паки, я с Пересом поведу основные силы. Есть, сэр! Дэниел, Сусман, вы со мной, идем! Ладно, двигаемся дальше. Дэниел, быстрее на дорогу! Перес сказал паки. Что это такое? Артиллерия фрицев. Противотанковая. Водную не читал? И что нам делать с артиллерией? А вот я и сам об этом думаю. Так, занять выгодную позицию, да? Это наш. П-47. Черт, надо было раньше добраться до зенитки. Ты не виноват. Как успели, блин. Подбили. Это же гражданские. Офигеть. Это преступление? Ну, конечно, студент. Мы же сражаемся с фрицами. Сюда! Ну, гребаные фашисты. Доставайте походу, бинокли! Вон Перес и его парни. Да, наша техника. И тут самое пекло. Нам нужно снять расчеты паков. Ой, что я там вижу, да? Вижу два пака. Вау, вау, с снайперской винтовкой. Шикарно, мы попали. Построим бадабу. Серьезно? Да, удержу. Констанция. О, поддержи. Вижу фрицев. Присядь.
еще один! Укажите их позицию! Как долго перезарядка, да? Дыхание задерживаем. Блин, глаза разбегают, сколько их там, а? Сидят там, блин. Давайте готовы. Блин, надо бы щит такой. Как ты вовремя руку-то поставила. Высунусь быстрее. Держимся. Эх, ты вовремя, да? А, ты последний. Может, мне рашить уже можно? Все, можно, да? Добиваем. У меня все аптечка. Чисто! Берегись! Наши танки проходят окопы! Попробуем, да? Бросай! На! За кустами еще одна вражеская позиция! Держитесь за танками! Всем за так, танки! Сесть в танк, да, за можно? Танки! Давайте держите в этот сядем. А, они сесть в укрытие за него, да? Окей. Всем танкам вперед! Или в тот. Там за тот. Пулеметы! Не выходи из-за танков! Прячься за танками! Крауты побежали из окопов! Стрелок! Огонь по пулеметному гнезду с правой стороны! Еще один. Сколько у вас там? Бесконечно там, лезут лезут. Не отдавай! За бутанк ушел. А, бегут, бегут. Полетела граната! Давите их. Береги! Наш танк подбит. Танк подбили. Паки 38, надо их найти. Нельзя наступать, пока эти паки стреляют. Займите позицию повыше и заткните паки. Не обойдем тогда. Всем закрыть люки. Дэниел! Иди к одному из сараев! Займи позицию! Огнеметчик? Огнеметчик. Он опасный-то, а? На вид был. Точнее, страшный. Немецкие войска! Как это промазал? Сложили? Идем, идем, идем. Молодец. Ух ты, наверху. Вот присел-то как, а? О-о-о. Подвиньтесь. Граната пошла.
Бросаю гранату! Так, патроны у меня закончились, надо что-то взять другое. Так, есть пулемет, есть. Снимаю уже. Бери снайперское ружье и нейтрализуй расчет. Я вижу три пачки. Ваня, хотел пулемет пострелять? Ну ладно. Целься в боеприпасы. Боеприпасы. Еще войска противника. Откуда ты будешь стрелять? Целься в боеприпасы, Дэниелс! Дэниелс, стреляй по снарядам! Все горит, все полыхает. Идем танком. Сюда передай. Пирсон, держись, найдите их. Зачистите окопы. Вас понял. Вперед, зачистим окопы. Ранит. О. А ничего это? Они сдаются, не стрелять! Сдаются, да? Лежать! Ложись! Лежать, блядь! Ёж, что я говорю, лежать! На, ложись! Тихо! Вот у фрица-то, а? Надо будет замочить. Я хотел как по-хорошему, блин, в плен взять. Ладно, эй, все, пленных не берем. Они живы! Легкий транспорт. О, пулемет. Можно сесть. Чего вы не даете пострелять-то? Чего вы все зашкирились? Тернер ждет! Быстрее, Дэниелс! В порядке. Ну, рассказывай, что там. Лейтенант! Стойте! Командир на подходе! Так, слушайте! Рота Чарли под обстрелом у церкви. Им нужны патроны и поддержка. Пошлите к ним отряд! Сэр, мы и так рассредоточены. Это приказ! Есть, сэр. Черт. Джипы возьмем, но нужна танковая поддержка. Да, план такой. Перес! Пирсон пойдет за тобой с отрядом. Не могу. Поступил приказ от Коллинза. Идем на запад с 11-м. Черт побери. У парней время на исходе. Помощи не будет. Берите джипы и вперед. Живо! Ладно. Чарли завязли в дерьме по уши, вытаскиваем их мы. Вперед! Во, что, прокатимся, что ли? Ну, газ. Окей, погнали. Как ехать в Марини? Чарли. По этой дороге, следующая деревня. Блин, да, походу, Фрисон. Впереди поворот, полегче! Ну ладно, у нас будет. Дорога разделяется! Следите за отступающими краутами! Они пройдут прямо по дороге, Чарли! Мы должны их опередить! Левее! Рискуем! Берегись! Дэниелс, там крауты! Начинается. Лево, право. Проверь! Там сюда. Там бежишь, давим. Пацаны! Танк! Пронесло! Мы под огнем, нужна поддержка! Тормози! Почти прибыли! Газуй!
куда-нибудь. Здесь правильно понял? Держись! Ой, сейчас. Гавы дают. А что с пулеметом никто не стреляет? Мы постреляем. Сейчас! Машины врага! Уберите машины Краута! Долго не выдержу! Чарли надеется на нас! Поехали! Да. Вижу окно! Держись! Там враг! Кто из справа? Перебился пулемет! Впереди! Бей по нему! Почти прибыли! Ну, почти мечтается. Подмога здесь! Они уже происходит? Газуй, газуй, блин, как ты тормозишь. Хочет слева! Не тормози! Вот именно, не тормози, блин. Нет, все! Они отходят! Зачисти остальные! Дави, дави, дави их! Занять позиции у дороги! Да! Еще чуть-чуть! Все чисто! А, все, свои. Ну, нормально. Прокатились. Собраться! Лучше так не встречаться. Смотри, не влюбись в меня, Мерфи. Что, как, в порядке у вас? Спасибо, что вовремя появились. Дэвиса благодари, он отдал приказ. Своих не бросаем. Ладно. Уже поздно двигаться дальше. Похоже, у вас есть отсрочка. Простите, сержант. Да? Но разве за этими зданиями не сидят крауты? Может, нам поискать место получше? Ты прав, рядовой. Закажи нам номер в Рице. Сэр. Он просто боится. Подумай о своих проблемах. Как ты со своей раной будешь держаться завтра? Я в порядке, сержант. Дэниелс, присмотри-ка за ним. Опаснее врага может быть только гордыня. Отдыхайте, ребята! На рассвете займем Мариньи. Да. Не могу поверить, но Цусман снова с нами. Он отлично держится, учитывая весь этот чертов прорыв через Бакажи. Пожалуй, Пирсон мог бы обходиться с ним помягче. Но увы. Но увы. Друзья, продолжим в следующей серии. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал ProGames, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.